правый ряд перестроить. Но при этом ехать нужно. Ехать. И не сейчас ехать здесь 40 километров и пытаться перестроить. Я не знаю, сколько здесь ехать. Я знаю, что нужно перестроиться. Левый ряд перестройся. Давай понервируем водителя. Кажется, вы меня нервируете. Я хочу всего лишь, чтобы ты экзамен сдала. Что, мне здесь будут говорить, так сделать? Может быть. Сейчас вы там проедете. Может и нет. Может и да. Выбирай ближайшее место для остановки. Доедь до площадки, все, ничего не нарушаешь, но уедь на безопасное место. Если есть такая возможность, зачем останавливаться? Ой, блин, капец. Да не за голову хватайся, а руль держи, поехали. Стой, куда ты? Видишь, что я посигналил? Первый ряд свободный. Крути руль. Работай рулем. Вот. Выбери безопасное место для остановки. Думай, что можно сделать. Ну, в жизни-то мы бы заехали куда-нибудь. Двигайся по маршруту. Ну, давай логически подумаем. Где безопасное место вдоль нашего маршрута? По ходу движения нашего. Чтобы никуда так не сворачивать.